В эфире службы новостей «Саров-24», в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О мусоре и не только. Представители регионального оператора по обращению с ТКО ответили на вопросы журналистов. Медицина, выплата пенсии и личное обращение. Депутат Государственной Думы Александр Курдюмов провел прием жителей города. Новички и опытные танцоры на одной сцене. В Доме молодежи прошел отчетный концерт студии бального танца «Дека». Далее расскажем обо всем подробно. Представители регионального оператора МСК НТ по обращению с твердыми коммунальными отходами подвели итоги работы за 3 месяца в Сарове. На встрече с журналистами городских СМИ они ответили на вопросы, касающиеся сбора и транспортировки коммунальных отходов, отметили распространенные проблемы, которые возникли в ходе реализации так называемой мусорной реформы и рассказали о дальнейших планах. Из более 6000 наименований промышленных и бытовых отходов регоператор занимается утилизацией порядка 40. Поэтому вопрос о том, куда выбрасывать ртутные градусники, батарейки и прочие предметы высокого класса опасности, остался без внятного ответа. Представители регоператора обещали, что разместят подробную информацию на сайте. Либо на нашем сайте, либо найдем, как довести до сведения граждан. Это правильный на самом деле вопрос, что именно входит в зону действия регоператора, да? И не просто в виде цифр и каких-то сухих надписей, да, мы доступным человеческим языком постараемся разъяснить, откуда эти отходы образуются, что это такое, что с ними потом делается, именно вот то, что касается регионального оператора. Также журналисты озвучили одну из злободневных проблем нашего города. Это грязь и мусор на контейнерных площадках и возле них. В связи с разделением ответственности по сбору коммунальных отходов у жителей возникает резонный вопрос. Кто должен следить за порядком на этих площадках? В зону ответственности оператора входит подбор исключительно того мусора, который произошел в процессе погрузки. Все, что разнес ветер, раскидали безнадзорные животные или сами жители поленились аккуратно сложить в контейнеры, это будут убирать коммунальные службы города. Так как общая территория по обслуживанию закреплена за центром ЖКХ, поэтому подбор рассеянного сбора мусора в районе площадок за центром ЖКХ. Что касается раздельного сбора мусора, то в этом направлении нужно провести большую подготовительную и разъяснительную работу. Сейчас ведутся переговоры с администрацией города о реновации контейнерных площадок и подготовке их к сортировке отходов. Депутат Государственной Думы Александр Курдюмов с рабочим визитом посетил Саров и провел личный прием горожан. Со своими проблемами к народному избраннику обратилось около 20 саровчан. О том, как проходила встреча и какие проблемы обсуждали, расскажем в следующем репортаже. В качестве депутата Государственной Думы Александр Курдюмов приехал в Саров второй раз. В прошлом году он устраивал открытую встречу с общественностью, по итогам которой начал работу по обращению граждан. Кое-где решился вопрос, кое-где мы подтолкнули, но где-то, естественно, с одного запроса, с одного письма не получается это решить. Мы всем, особенно на личном приеме, я всем гражданам говорю, что все-таки с одного письма, с одного запроса решить очень сложно, потому что нужна кропотливая, тяжелая работа именно опять по, скажем так, по всем законным требованиям граждан, по всем их заявлениям мы должны несколько раз даже обращаться в какие-то структуры. Если нет реакции от местной власти, депутат обращается к областному правительству, а затем и в правительство Российской Федерации. Поэтому ждать ответа порой приходится несколько месяцев. Проблемы, с которыми обращаются граждане, схожи. Это и медицина, и пенсии, и безразличие чиновников. Вот приходили большой коллектив с вашей музыкальной школы. Там есть проблемы по выплатам компенсации дополнительных денег, и есть проблема опять же с тем, что эти деньги куда-то были не в то место направлены директором школы. Форму личного приема граждан Александр Курдюмов считает более эффективной, чем встречи с общественностью. И именно при общении за закрытыми дверями можно выявить истинные проблемы, которые волнуют жителей. Помимо широких вопросов, очень часто горожане обращаются к депутату Госдумы с личными просьбами, поскольку другие инстанции на обращение не реагируют. Мужчина приходил, который уже 15 лет не может получить пенсию, так как его опекун деньги берет и, естественно, ему не уплачивают ничего. И этот мужчина даже превратился, можно сказать, в человека без определенного места жительства, хотя у него есть квартира трехкомнатная и прочее. Чтобы разобраться в этой ситуации, Александр Курдюмов собирается обратиться в Генеральную прокуратуру. В следующий раз депутат Государственной Думы планирует приехать в наш город летом. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8 апреля открывает всероссийскую горячую линию по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания. В течение 3 недель специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области будут консультировать граждан по телефону 8 800 555 49 43. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Со следующей недели автобусы в Сарове перейдут на летнее расписание. Об этом предупредили в Горавтотрансе. Посмотреть, как изменится время прибытия автобусов на основные остановки, можно на официальном сайте городской администрации. Георгиевские ленточки в Сарове начнут раздавать 22 апреля. Получить символ победы можно будет у клуба здоровья на улице Силкина и возле Ледового дворца. Акция пройдет с 4 до 5 вечера. Также возможность бесплатно получить георгиевскую ленточку у саровчан будет 4, 7 и 9 мая. Более подробно об акции можно узнать в группе «Волонтеры Победы. Город Саров» ВКонтакте. В четверг, 11 апреля, на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные саровчане могут принести кормы «Вискас» и «Педигри», мясную обрезь, ветеринарные препараты, моющие средства, попоны для кошек. Все это можно будет передать волонтерам 11 апреля в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемур» в торговом центре «Куба» и в магазин «Боха Кот» в ТЦ «Европа». 60 тысяч рублей на двоих и несколько лет тюрьмы за разбойное нападение. Ранее судимые мужчины поздним вечером напали на прохожего с требованием отдать деньги и ценные вещи. Саровчанин попытался защитить свое имущество и оказал сопротивление. По горячим следам подозреваемых задержали. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. В одном из питейных заведений города произошел конфликт. Под действием алкоголя двое мужчин решили выяснить отношения. Помериться силами вышли на улицу. В ходе потасовки один украл у другого телефон стоимостью 8 тысяч рублей и скрылся. Лицо установлено. Гражданин М. Житель Сарова, около 30 лет. Ранее судимый. В этом случае злоумышленник найден и телефон вернули хозяину. А вот владельцу магазина запчастей по улице Академика Харитона повезло намного меньше. У него украли металлический сейф, в котором находилось около 100 тысяч рублей. Там магазин состоит из нескольких помещений. Хозяин ушел ненадолго, продавец находился в дальнем помещении. Неустановленное лицо просто взяло этот металлический сейф и вышло вместе с ним. Пока еще лицо не установлено, устанавливается сейчас. На дорогах произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, в двух из которых пострадали люди. Одно из них произошло на улице Силкина. Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. У нее был диагностирован ушиб мягких тканей, ушиб позвоночника, сотрясение головного мозга. В настоящее время возбуждено административное расследование. Вот, по его результатам будет принято окончательное решение. Еще одно ДТП произошло на улице Московская. Неустановленный водитель, двигаясь по стоянке у магазина «Севен», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. После осмотра медиками была отпущена. Сотрудники полиции убедительно просят всех неравнодушных граждан, которые стали свидетелями ДТП, оказать содействие в поисках нарушителя. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Традиционный отчетный концерт студии бальных танцев «Дека» прошел в Доме молодежи. Участники коллектива постоянно становятся лауреатами и обладателями призовых мест на международных и всероссийских конкурсах и выступают в основном за пределами Сарова. Концерт в родном городе – это возможность показать новые творческие номера, которые исполнили как дебютанты, так и те, кто занимается в студии уже много лет. Свое мастерство показали как малыши, которые занимаются в студии «Дека» только первый год, так и те, кто на протяжении многих лет уже не мыслит своей жизни без зажигательных ритмов. Среди них 14-летний Владислав Захаров. Его привели на занятия 10 лет назад. Сегодня юноша – один из ведущих танцоров студии. В целом, у меня все достаточно хорошо и гладко проходит, и я рад, что когда-то я пришел сюда. Владислав исполнил ча-ча-ча и самбу в паре со своей постоянной партнершей Татьяной Тухмаковой. Партнеры объединены общим делом и целью, проводят вместе много времени, узнают достоинства и недостатки друг друга. Результатом успешной совместной работы становятся танцы, которые еще долго остаются в памяти зрителей. Про
Программа студии состоит из 10 танцев, 5 латиноамериканских и 5 европейских. Практически все из них участники ДЭКи представили саровским зрителям в новой творческой форме. Темой концерта стало оранжевое настроение, и каждый номер посвятили определенному цвету. Создание танцевальной композиции – это результат совместных усилий руководителей и самих участников. Дети приносят свою долику творчества, свое видение. Они очень любят сами подбирать музыкальное сопровождение к своим номерам. Мы их, грубо говоря, только немножечко направляем, ну и причесываем конечный итог. Научиться танцевать никогда не поздно, уверена Екатерина Сысоева. И если детей в основном приводят родители, то взрослые приходят осознанно. Они понимают, чего хотят и к чему надо стремиться. И, выходя на паркет, выкладываются полностью. 9 апреля в молодежном центре пройдет гала-концерт городского вокального конкурса «Серебряный возраст». Его участниками стали пенсионеры, профессионально не занимающиеся музыкой. Жюри конкурса отобрало лучших исполнителей, которые получили возможность продемонстрировать свои вокальные данные на итоговом концерте. Подробности далее. Татьяна Оленина выступает в хоре ветеранов при Центре культуры и досуга в НЕФ. Начала заниматься вокалом в оперете ДК, которая была очень популярна в городе в советские годы. После выхода на пенсию Татьяна Евгеньевна решила вернуться к любимому занятию. Мне всегда это нравилось. У меня семья поющая. У меня мама до 85 лет пела на сцене. Прекрасный у нее был голос, прекрасная сопрано. Как и остальные участники первого городского вокального конкурса для пенсионеров «Серебряный возраст», Татьяна Евгеньевна прошла отборочный тур, по итогам которого вошла в состав солистов гала-концерта. На прослушивании Татьяна Оленина представила песню Валентины Толкуновой «Если б не было войны». Это песня женщины, оставшейся после войны одинокой. Я вот сердцем это чувствую, и я думаю, что, по крайней мере, не знаю, как по звучанию, эмоционально, мне кажется, удается. Пытаюсь я передать эти эмоции. Конкурс «Серебряный возраст» посвятили предстоящему празднику – Дню Победы. Организаторы отмечают большой интерес со стороны солистов, их неподдельную любовь к музыке и желание поделиться своим творчеством со зрителями. После двух прослушиваний жюри отобрало 11 вокальных номеров. Я увидела горящие глаза, такую преданность песне, такой интерес вот к этому. Этот конкурс дал участникам возможность выйти вот на новый уровень. Финальный концерт городского конкурса «Серебряный возраст» пройдет 9 апреля в молодежном центре. Начало в 5 вечера. Дарья Цыпарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Завершился чемпионат Нижегородской области по баскетболу первой лиги среди мужских команд. В финальном матче встретились лидеры турнирной таблицы саровской команды в НИЭФ и «Спартак» из Богородска. О том, как складывалась игра на спортивной площадке, расскажем в следующем репортаже. С первых минут матча команда гостей взяла инициативу в свои руки. Уверенные передачи, грамотная игра в нападении и обороне привели к тому, что к концу первой четверти богородский «Спартак» уже вел в счете. Из-за большого напряжения спортсмены то и дело шли на обострение игры, чтобы сорвать атаку противника. Все хотят выиграть, не хотят проиграть конкретно участок площадки. Это нормально. У нас за всю и вот за половину игры один неспортивный фол, но это было связано с тем, что игрок хотел сорвать атаку и не играл в мяч, а играл игрока. Но это тоже игровой момент, но он наказывается не спортивным фолом. Команда из Сарова в первой лиге играет почти 20 лет. Баскетболисты давно сыгрались и на площадке понимают друг друга без слов. За 17 лет они не раз выходили в финал областного чемпионата, завоевывали награды разного достоинства и даже были победителями. Их соперники из Богородска наигрывать свой победный состав начали относительно недавно. У них было два баскетбольных клуба «Спартак» и «ФСК». Потихонечку объединились они. И вот на протяжении уже, наверное, последних 4-5 лет они вот играют в этом формате. Шансы на победу обеих команд были примерно равны. Силы опыта им не занимать, и сдаваться без борьбы они были не намерены. В такой ответственный момент исход поединка могло определить одно неверное тактическое решение или назначенный штрафной бросок. Обе команды равны, и я думаю, развязка будет в последней четвертой четверти. Так и получилось. Приняв на себя роль догоняющих, команда ядерного центра за оставшееся время смогла сократить разрыв в 20 очков и довести игру с минимальным отрывом до финального свистка. Чемпионами первой лиги по баскетболу среди мужских команд в этом году стали спортсмены Богородского «Спартака». Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.